Магомед Гаджиасу, Геннадий Матвиенко. Да, ударник. Да. Кикер против рукопашника. Посмотрим, что покажут они. Гена Матвиенко уже неоднократно отметился на нашем, в нашем кейдже. Итак, первый боец, синий угол октагона, Геннадий Матвиенко! Хороший, хороший рукопашник Гена Матвиенко с лучшими представителями вольной борьбы, грэпплинга и так далее и тому подобное ММА. Он выступал уже в нашем ринге с лучшими представителями. На хорошем опыте выходит Гена Матвиенко. К сожалению, скажем так, не самые лучшие результаты показывал он до этого. Но, тем не менее, хороший опыт был у него. Представитель борисовской школы ММА и рукопашного боя. Победитель... Соперник его, Магомед Гаджиасу, является базовым кикбоксером. И это скорее более противостояние двух ударников. Геннадий Матвиенко. Хорош антропометрически, хорош в ударке. Посмотрим, что сможет его он противопоставить базовому боксеру. В красном углу октагона Магомед Гаджиасула. Магомеду Гаджиасулову. Если меня не подводит память, Мирза, поправь меня, он так же, как и Шамиль Газиев, является представителем клуба KHK, да, они являются одноклубниками. Оба представляют этот клуб. Я Но смотрю, в отличие от Шамиля, Магомед является базовым ударником, кикбоксером. Да, я смотрю, что выводит Шамиль Газиев его на поединок. То есть они являются одноклубниками, правильно, да? Все правильно. Ну что ж, посмотрим противостояние двух базовых ударников. Рукопашник Гена Матвиенко и с другой стороны Магомед Гаджиасу. Боец в синем углу октагона. Возраст 25 лет. Рост 189 сантиметров. Профессиональный рекорд 0 побед, 2 поражения. Геннадий Матвиенко! Его соперник в красном углу октагона. Возраст 27 лет. Рост 190 сантиметров. Профессиональный рекорд. Одна победа, 0 поражений. Магомед Гаджиасулов! Ну что, смотрим, Мага или Гена? Спортсмен на середину. Правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем мы команды. Пожали руки, разошлись по углам. Олег Меляков разводит по углам оппонентов. И поехали. Первый раунд. Магомед Гаджиасу против Геннадия Матвиенко. Четвертый бой нашего вечера. Спортсмен готов? Спортсмен готов? Все готовы. Спортсмен на середину. Поехали. Первый раунд. На челноке начинают. Гонять.
борьбу переходит. Поединок быстро. Да, непонятно, да. Вот казалось бы, думали, что в стойке будут работать ребята. Но Магомед переводит партер и начинает работать плотно локтями. Не сопротивляется. Все, стоп. Да. Казалось бы, мы думали, что окажет сопротивление Геннадий. Но да, расстроен его угол. Быстро заканчивает поединок. Быстро перевел Магомед Гаджиисулов его в партер. И видим, что там ничего не смог противопоставить Геннадий. Тоже, видимо, предполагал, что будет работать он в стойке. Магомед является базовым ударником. Но видно и в борьбе. Видно, что и в борьбе он. Но он уже достаточно давно перешел в ММА и имеет достаточно большой опыт ММА в выступлениях на любительских турнирах. И... Дамы и господа, в этом бою техническим нокаутом победу одержал Магомед Гаджиисулов! Видно, что расстроен Геннадий, видно, что расстроен его угол. Не ожидали они такого поворота событий, потому что полагали они, что будут работать в стойке. Но Магомед Гаджиисулов быстро перевел его в партер и там дальше добил. Весь бой. Поблагодарить тех, кто тебя готовил, и немножко поделиться впечатлениями. Спасибо за поздравления. Хочу поблагодарить тренеров, которые меня готовили. Отдельно хотел бы поблагодарить Ильдара Ильдарова за то, что всегда помогает и поддерживает. И огромное спасибо организаторам. Все прошло на высшем уровне. Спасибо, я надеюсь, еще увидимся.